as well. That's quite brilliant defense. Kick flicked on by McLean, away by Nakamba. Tete with the strike, and it's off the line. What an heroic! Palla dentro, Immobile, la chiusura e il miracolo di Cannavaro sulla linea. Dopo il primo штрафную, ошибается вратарь, и мяч не попадает в сетку, выносит его оттуда Новоловский. Расстановка, навес, момент, выбивает Шимер Салько с линии ворот. Она, и удар, и попадает мяч в каркас, и еще один удар, и Мортен Торсбю спасает. Но мама дорогая, что за... Stays down, and Ryan Fraser with a chance, and James Milner with the brilliant clearance. The captain. И опасно мяч, будет ли нет? Он не будет в воротах, потому что спаситель Тиагу. По-моему, офсайд был как раз у Хоффмана, который... Да ладно! Момент! Как же так мяч не залетает в ворота? Давид Луис! Это Давид Луис! Это человек, из-за которого сейчас... Ворота опустили! Удар! Роста не хватило! Но и точности тоже! Квич, отдай! Пас Квичи, бей в ворота! Квичи бьет, но не попадает. Это мог быть его... Траектория molto lunga. Миранда! И salvataggio clamoroso di Nkulu. La palla si stava infilando sul secondo palo. На выходе Эдерсон помыляется по видео, и я зараз... Встигає зреагувати на це. Вичевить опасний момент. Удар! Ні. Hey, takes chances like this! No, he doesn't! What an amazing clearance by Zerla off the line! Hops, yeah! Nee! Oh! What a mooie redding! Coming in on that is Doucouré! And headed brilliantly off the line by Lacks. Подача хорошая на дальнюю, и из ворот мяч выбивает. Кто это был? Преснель Кемпенбен. Получает мяч, и это потрясающее что-то, потому что третий мяч. Он сделал свое дело. Ой-ой-ой, сделал свое дело и... Сомер, что вы творите? Я вас в другой раз так не спасу. Мимо ворот, или гол. Нет, мяч летел в створ. Но... Еще один опасный момент до перерыва. Анхель Ди Мария бил по воротам. И Джейсон Денайер, герой дерби Роны первого круга. Севский. О, what a stop that is as Persic drove it. Chance for Benzema, Vinicius, what a block! Still not fully away, it's a wonderful clearance by Tutor. Пустые ворота, и вручает команду! Вручает команду Камбара! Практически снег! Another good header, what an incredible clearance from Vincent Marchetti. Модрича передача. Робин. И это не гол. Und Robin zieht zurück und Subotic verhindert. Pass on for Anderson. In the box now, Anderson. Clips it towards goal. Oh, what a clearance from Bentley. How did the skipper keep that out?
и ошибается на руку Мадьяло. Защитник выносит еще один удар из правого защитника. Поочередно. Передача Коннелли. Удар в линии ворот. Выбивает мяч. Back with Hack and the chance all off the line. Выходит на пустые ворота, рядом партнер, ТТ не забивает, рядом был Жуниор Морайес, он бы убил его, если бы не было. Подает, где Диего Коста, и скобьет! Пусты! В последний момент защитник помогает своему голкиперу. Подача, пятка, как здорово, удар! И Ван Доорт Дэн дат отстекен дует, вот een goede actie zeg van Dumfries. Прострел, Лаказет, удар! И если не вратарь, то защитник, а точнее... Джек Бондлхоу! And what a clearance! That is magnificent. That is absolute... Danger for Bologna. It's lofted over Skorupski. But acrobatic clearance from Danny. 1-1, Коман! Штрафной площади убегает от Гучи! Коман! Конате! Ибраима Конате! Канжи бьет, Зомер спасает, Добивани с линии ворот мяч выносит головой Штиндель. Атака Дортмунда на этом не завершилась. Это шанс для того, чтобы сделать счет 2-0. Тайрон Минкс каким-то невероятным усилием коллективным Астон Вилла избегает. Driven wide by Ди Лоренцо, must be a goal. Brilliant defending, absolutely magnificent from Koulibaly. Goal saving. Сла Гранд Хенли борется за мяч, удар и похоже из ворот выносит его Рис Джеймс. Вот это Шотландия! И еще не все, потому что в свои ворота мяч едва не завели. Игроки Манчестер Сити, они жестикулируют, что можно и нужно посмотреть. For the final 10 minutes, but they held on to their clean sheet. Thiago Silva getting across there. И даже внешний удар через себя и перекладина. А что дальше? Вставляет мяч под удар, но бить приходится слева. Опасно! Спасли! Качай! Вот момент! Удар! И спасает Моррисон! Спасает Моррисон! Again, it's a bit of a fumble that time by Dudek and Shevchenko! Brilliantly! Мяч возвращает Марио! Удар! Нет! Невероятно, но это не гол! Нико Шлоттербек получает... Штрафной, подача классная, и Фабиан Бальбуэна почти... Ди Лоренцо бьет, и Смолинг выручает Рому. Длих сбрасывает, Дольберг, Дольберг, где мяч? Завис над линией. The referee looks at his watch, which doesn't appear to have vibrated. Pas sur la trajectoire comme sur cette tête de Castelletto, et bien il y a Otero et Chedjou. Салах выходит один на один. Какое спасение! Какое спасение! Sur corner désormais pour les Rémois avec eux. И забей второй! Забей! Нет! Спасают они свою команду! Браво! И тем и другим. Руди. And off the line! To swing it into the near post, it's flicked on and cleared off the line. A spectacular bit of. И момент, и Мотес, коленями, и Унде, Унде. Plenty of swerve underneath it, heading down and cleared off the line somehow by Thiago Silva.
le centre de Serge Aurier. Au second poteau, on était tout près du but. La tête de Kodjia, le sauvetage de Romain Saïs dans les... He's going to break at the back post, big chance! What a clearance off the line from Dunk! Full physical. И здесь мимо мяча! И здесь тоже похоже гола нет! Вот это карусель! Бонавентура! Бонавентура! И мяч не летит, не попадает в ворота! И он спасает свою... Strain! Oh, cleared off the line! By Lewis Dunk! Мэтл Юрис, еще удар и спасает защитник. Тут передо мной какой-то комментатор вскочил, и я не вижу поля. Момент такой, и 1-1 не будет, а вот то, да. Видите, скидка от Митровича, удар от... Сака в штрафной площадке. Какой эпизод, Аки, опасный момент, пиво! Мартинелли! Кюрик! Oh, what a clearance! Dorsch on the line! Platz, Raum, Flanke ist gut, ausgestützt vor der Linie! Und dann ist es... Подача, удар головой, и вот момент! Дели Алли бил пятый! Dentro verso Duvan Zapata, che stacca di testa, la salva in qualche modo il Verona. Daar valt hij denk ik binnen, die is over de lijn geweest of niet? Nee, oordeelt assistent. Ожидали в серию А. О, какой момент, из пустых ворот, буквально из пустых ворот, самой линии. Net goal, as the Americans would say, for Kylian Mbappe. What a block that is, unbelievable. Gauthier Pino. It's Cristiano Ronaldo. Der ist richtig klasse. Ganz frei kommt. And there's the follow-up from McNeil and Kobbie Mainoo's on the line to clear. Ох, какая ошибка! Мяч с ленточки выносит Нико Шлоттербек. Две грубейшие ошибки футболистов Файбурга совершили. Now it's Oscar Mott. Still going. Can he get it up in the air? Cleared off the line. How's that not going in? Sir Kurtic is in the middle, and it's been cleared off the line by Romero. Back in business. Dangerous ball. Kane headed it. Somehow didn't score. So unlike Harry Kane, the approach play was. Idée de part et d'autre, et un sauvetage décisif. На прострел назад. Получается, Брэдли выручает свою команду. 13-й номер Рикарду Кошта. Совершенно сумасшедший. Отбегает Эдерсона Пулишич. Нет гола. Нет гола, потому что слишком слабо катнул мяч. Угловой. Орёля не пошел на мяч. Удар. И спасает Пари Сен-Жермен капитан. Сейчас от Александра Головина. Почти. Con linea di via, porta vuota, Flavio Flores il salvataggio sulla... Back into Lerma, and Tony with a miraculous header. There's plenty of time, Castro, great header off the line from Mats Hummels. He clipped ball, Gundogan off the line by Cody. Great defending. Gnabry. Вот это да. Штрафной площади. Харри Кейн бьет по воротам. И спасает. Mamma mia! Il palo! Clamo, sono stato zitto perché non ho avuto il coraggio di dire e vedere. Ходит. Да Кулибали, и не закатывается в створ. И тут проси. Пана на линдетро, arriva Кадури. Мазиелло, Кадури, ancora Мазиелло. Поехал Кадури, а линдетро. Подача. Опаснейший момент.
Мяч не попадает в ворота, отражаясь от перекладины. Но, пожалуй, это самое острое. А вот это опасно может быть. И из пустых ворот мяч выносит. Кто же это? Опасно, опасно. Нгунку, Нгунку не забивает. И удар по воротам. Нет, гола нет. Сейчас должен быть звоночек. А нет звоночка. Вставание, побывание. Да, який сейв. Який сейв, это не Пепе Рейна. Це... Удар! Кристорико Решфорд! Забивает! Выездный мяч! Попадает в сетку! Фантастика! Да, и система... Hoffenheim with a chance, and that's one from Rooney! Oh my goodness, that was close! It was Max Hummels! Это здорово! Это забить! Нет, не забить, поскольку... Еще одного обыграл Кастильоса, забить! Забить надо, что ж такое! Три игрока португальской команды бросаются в ответ. Amazing move by Hawkey! Oh, it's off the line! It's off the line! What a battle! What a... Гриллиш 1-1, Бельганте, скоро мяч! Перешел линию, вот два работы. Островили забрасы Плахови! Это момент, а? Выдумал классный пас и чудо по имени Пикаре Томори. Good cross at the far post, the header cleared off the line by Benassi. He's calling again. Oh, off the line. Rodrigo, and this is a top push man. Rodrigo, he's ninja man. As well, he's. Неймара не получает туда Неймар! Шикарное спасение! Дибала! Рабио! What a save from Йоранен! Здорово, как действует! Момент! Кукурелла, боже, что он творит! Боже, что он творит сейчас! Просто... Штрафную площадь Вернер! Удар! Фантастика! Это сейв Слоттербека! Première possibilité sur ce centre, le ballon est relâché par le gardien Baptiste Leray. Dar di ball weghaald van Lendor Gutierrez. И вот удар Трансара, Тиаго Силва исправляет. Вне игры, Ван Перси, Ван Перси. И что, почему он не попал по мячу? Сейчас Левандовский! И мяч не попадает в ворота! Левандовский нашел свой момент. Vidal. And is it going to go in this time? Toprak off the line. What a penalty area. Как здесь ошибаются защитники. Эдерли Рейль. Да, прогулялись по грани сейчас лондонцы. И вот такой удар. Подача удается, удар, и выносит с линии ворот добивание! Выбраться в атаку, и ошибается Мере! Кулибали! Двумя игроками Ибрагим Диас из них выбивает Винотти! Выбивает Лоренцо Винотти! Минуте. А потом проиграло 2-3. И вот сейчас атака. И это снова опасно. Это что-то напоминает. Забивать надо их, то есть они лон. Side it falls now to Antonucci, but it's cleared off the line. Там герой Сане ногой принимает мяч. Удар по воротам. Мяч попадает в защитника Челси. С острова пробивает, и мяч не оказывается в воротах. Листарк его выбивает. Лиш, Афтенбеком к португальскому клубу. Да, уй, браво! Зато
получилась комбинация штрафной площади. Удар уже в пустые ворота. Мяч летел после удара Пюйкруга. Момент у Юнайтед и мяч. Ну, давайте видеотехнологии. Chance of a shot. Oh, what a save on the line by Koulibaly. Но вот мяч на 11 метров и... Борьба! Вот теперь уже на выручку вратарю приходит защитник. Это Филлипс. Мяч по вратарской уже и падает там. Это пустые 3-2 надо делать! Венс Чоли. Oh, saved again! Удар по воротам и только реакция и находчивость. Удар, добивание и спасает Ботен. Следующий выбивает мяч. Робинс. Нет, вот такая передача. И для гола все готово было. И Дели Алли. И скидка какая. Ничего себе, это было очень опасно. Угроза еще не ушла. Габриэл Жезус. Мяч опять где-то там на ленточке или около нее. Gomez, attenzione, doppia parata di Carnesis, poi il salvataggio sulla linea. Grosh, Connolly, what a block that is by Alderweireld. That has kept Spurs in the game. Удар! Какой момент, Матейс де Лигт. Нет, ворота, в каком ворота здесь Эшли Янг. У него нет вложения вне игры, и мяч не заполз ворота. Это же играл. Ох, как красиво бьет по воротам Видаль. Нет, Спилеманс отскидку бьет и Алюминио Капа. Шоу Слейптон. Пустые ворота, ты что ж ты делаешь? Невероятно, абсолютно невероятно. Вот запрос, вот момент. И еще один удар будет. Chance, and it's going to be bundled. Off the line, incredible. How did Cox not score? On va même avoir une opportunité de se mettre à l'abri avec ce petit ballon piqué. Левой ноги на дальнюю штангу. Какой момент и какая красивая атака. Удача с угла поля. Еще один удар. И мяч с линии выносится. Итак, входит штрафной. Опасный момент. Надо забивать. Такое спасение. Вот это да. Невероятно. А здесь он мог сделать дубль уже. Де Брюйне. Удар. Лукаку. И Спинацола. Подача. Удар. Опасно. Мяч летел в ворота. И ДК ничего не мог уже. Осио. Горизонталь. Здесь отличим. Жезус. Вонзил. This is Willian. Importantly positioned just to divert that one away. Буйного человека. Ну вот вы видите, сейчас этот ворот бьет. Чего как раз происходит? А! Тем временем. Салватаджо, Индере, Салватаджо. Салватаджо. Томиясу момент. Сака. Это горы выносится мяч с линии ворот. 1-1. Пустые ворота, Салат. Рюдигер выносит мяч с ленточки. Прошел. Молодого. Вот таким поздно прям голы. Рядом. Тарит. Удар по воротам. Нет, это скидка. И там рядом был Фермино. Пока стандарт. Опасно. Опасно. И ничего себе. Перович мяч под левой. Серхио. Главный вратарь сборной Испании. Quagliarella si gira, pallone in rete di De Silvestri. Шонек quasi. Тренд простреливает. Дарлоу. Гол! Как так вышло-то? Ух ты, Тиаго Сильва что делал. О, что творит. Что творит один, что творит второй. За первый команду несколько матчей провел. Опасно, мяч на линии. Спасает свою команду Арнольд. Головой мяч. The far post gets it down. Fantastic clearance off the line.
away, plenty waiting at the far post, and it's off the line. Brilliant clearing header from Robinson. It was. Пять может быть. Ой, какая ошибка! И не забивает Бонуччи. Еще удар. Вот, вот уже у лицевой прострельной передачи. И как мяч здесь не оказался в воротах, загадка. И теперь головой, и не попадает мяч в ворота, судя по тому, что... И дождь, а Тоттенхэм должен был забивать в первой же атаке второго тайма. 1-1, перекидывает мяч, и Тьяго Силва в 30. Позиция, передача на Игуаину, удар по воротам! Что подскажет Кевин Фрэнк, у него же есть специальное устройство. Нет, удар будет сейчас Костич! Дика! Навешивает, и вот удар по воротам, второй момент, работ получил. Удар, и Мартин Шкартел сейчас, находясь на линии. Бен Мейс got a free header. Oh, and Matic prevents a goal. Schuurs verlengt goed. Op de lijn is Cox. Лайнер головой, Мюллер и спасает свою команду. Передача, опасный момент. И нет гола, нет гола с линии ворот, выбивает. Toto je Ramsdale, jeho obrovská chyba. Tak to je neuveriteľné, čo teraz domáci nepremenili. Браз, возможно. И только тот як сильно воврататься на лоб. Вратарская, опасно! И опять брат! Остановил, бьет! Ай, как выручил Томори! Как тебе такое? It's white, Сито! Спанковые чары! Рабочий и рабочий, и продолжается это решение всего. Красивое переправление. А потом уже скидка на... Момент у Брэндфорда. Матип выносит с линии. Какое начало. There's no one there. It's Bundles in front of goal. And then off the cross. Мяч летит и не влетает в ворота. И забивает нужно. Мяч не попадает в сетку. Таким же чудом Шансоло. Неудачный удар по воротам. Джейми Варди имел возможность. Verlängerung ist gut und die Rettungstat noch besser. And again, Victor Lindelof to the rescue from a Manchester. Скидка, удар по воротам, момент, еще один. Как же так? Покатил налево. Здорово! Если Райан не может, данк по... Удар головой! Нет! Мяч не попадает в ворот! Как же так? Ван Дайк в этот раз! Ван Дайк выигрывает борьбу, и Салах не получается. 15-й гол стандарта у Ливерпуля сразу. Испания пока лучше играет. Марко Салоса! Вау-вау-вау! По лекции! Донарума! Навес на ближнюю штангу, и мяч попадает в перекладину. Да, еще удар, ой-ой-ой, как он не забил только что, что сделал? Тем же, но столько пропускать моментов невозможно. На этот раз пятый. That's the moment. Oh, he's denied by some... Удар Шевченко пробывая и с линии ворит. Супер арена, il cross dentro un tiro al gol sulla linea.
его сопровождает. Ох ты, мяч едва не влетает в ворота. Ничел выполняет. Подача, удар по воротам, Макеев выносит мяч из ворот. В опаснейшие моменты не удается. Подача, удар и выносит с линии ворот Фабиньо. И теста! Респинта! Бонуччи! Палла sulla linea, non entra! Попозже удар Митилерова, еще один удар! Его здесь нет! Игрока Манчестера. Пас, удар и Роберт Скол от неминуемого гола. Спокойно своему вратарю, да неспокойно. Вообще неспокойно. Очень. Und dann ist er nicht drin. Wieder nicht drin. Abschluss von Feldmann. To vypadalo velmi slibně. Balón je před odkrytou bránu a má pocit, že Nico Williams. Sondrého mohou tři. Bertrand Traoré pour Fabi. Puis Marcelo, qui était monté aux avant-points. Morici! Oh, straordinario! Pagliarella, il destro! E poi! Штрафную площадь, удар и мяч летел в ворота. И единственный, кто сейчас... Плези the flick! Pulls the ball back! Cleared off the line! Исполнению! И вот он! Нет, это не гол! Это не гол! Мяч с ленточки вынесешь! И кто здесь? Мяч защитник выбивает! Вот такой рикошет! Момент уже у ворот Атлетико Хименес! Это 1-1 надо забивать! Нет! Что творит защитник? О, какой момент! Мало им, я хотел сказать. Делифт вывел мяч с ленточки. И пустые ворота! Ну же не забил, Миши! And here he is! Davy Klaassen! What a clearance that is! Went through well back, it's Ferguson's off the line. Alexander-Arnold in the right place. И это может быть первый шажок? Нет. Нет. Слишком уже. Tentativo e la traversa, poi Masina e salva il Carpi. Clamorosa. И вот момент и с линии ворот спасает. Снимает мяч. Да, передача Шуб, удар по воротам и спасает. Здорово, удар! И Тим Рим спасает. Сходу удар, дальний угол, штанга! Штангу попадает Габриэл Жезус. Передача, как кажется, но все-таки удар! И выбивает здесь Варгас. Учился в составе Арсенала, или как может дубль оформлять, и успевает из Садиоф мяч выбить. И Шарлисон, и здесь, и еще момент! Ситуация, Канински бил поворот.
contro Wan-Bissaka, mette in mezzo Mekin, il salvataggio di Evans e poi Maino e poi... Ed Артур, это Месси, и это Ньего. Коман опасно в дальний угол. И отбивает все. Нет, это Куна. Навес, удар поворотом, и Максимилиан Арнольд приходит на помощь, выбивая мяч. Добьет и добьет! Непонятно, где мяч, у Диана Маринка не показывает. Dentro per Icardi, la spalla per Brozovic. E poi attenzione. Навес на ближнем. И Линьо здесь опять. Опасно, Дели Алли. Из пустых ворот. Головой выбивает силу. Сходил Сито на праву, стал Грилищ. А фантастический дефензивный зал. Ворота. Алаба удар. Боже мой. Забивает даже в такой ситуации, ну что ты будешь делать? Джексон, удар! Какой сейв! Какой сейв Пьера Эмиля! Это была ретрата! Il miracolo da parte di Andanovic! Удар! И мяч летел в створ. Отбивает кто? Драгович? Не играет Дарки Пернавыки очень тяжело. И выбивает уже фактически из пустых ворот. Опасно! Удар Стеллинга! Добывання! И бог ты мій, як нам летає м'яч! Бернардо Сілва вже... Hinten, völlig frei, Dreier! Und auf! Здорово! Ворота пусти! И не такі ж они пусти! Подача на дальний угол вратарская, и вот и ассист мог быть Кирна Трипьера, но мяч с линии линии. Может привести к взятию ворот. Чудом сейчас мяч не входит в ворота сборной. Шанс Миллер, еще одна подача. Нет, не забивает Ливерпуль. Фантастика. И помыляется с выходом. И не удается Харви Барнсу. Подача. Момент опасный со стандарта Грюйтер Фюрт создает. Флавио Бьянки, а теперь уже выручает мне. Стрел, удар, перекладина, добивание, с линии мяч выносит. Guarda in mezzo a cercare Icardi di testa e salva Muñoz sulla linea. Pallone, più chance, niente. Centro, colpo di cabeza, se va, no, la alcanza a sacar rapidamente. Выходит на мяч сначала Бернт Лено и спасает команду Сократес. Практически безнадежная ситуация. Вынужден положить настолько серьезно. Вот сейчас был удар. Von Schubert en op de lijn. Die inzet nog gekeerd en dan van dichtbij de kopbal. Permet au Niçois de rester dans le coup, tout comme cette intervention de Pierre Lescure. With the
il suo cross dentro l'area e la palla che rimbalza dentro. Как здорово! И теперь уже чудо, мяч не оказывается в ворота. Ланга, передача, удар! И спасает Ван Дайк от четвертого мяча. Хёллер не сумел пробить Нюбеля. Кастань бьет, подправление у Суттера. Еще удар. Не сразу разобрались, и в итоге перекладина, но Демирбай как не забивает сейчас. Удивительно, Демирбай там уже. Жүлікті қауіпті сәттердің бірі, тағы да Стерлинг үшінші сәті, үшінші соққысы. Рафим Стерлинг. Удар поворотом. О, and Ekong missed it. And Lasagna. Нокас Флик. And up and away, Fire Van Dijk. Подачу делает, и хороший момент. И вытаскивает этот мяч Артур. О, это почти гол, и это два выноса подряд. Да, Григорич, невероятно, да что же ты будешь делать? Нианга, суперим, Нианга, сальватаджо ди Итси. Метри не гидрайте, да, Монтегин. А де Энгерс. Aravets knifflig. Und dann ist... Ja, бить, наверное, надо. Что он и делает? На самом деле, похоже, что мяч... Keep up to the challenge. And it's Maxess now to clear... Mal Lugano, das Ball dazwischen und der Kopf rettet den Anschluss. Ферман помогает Левандовски. Чудес. Ah, stark gemacht und dann kommt Solimac, war der drin? Offenbar nicht. Пострел. Удар. Добивание было, нет. Прорыв Бернардески, Антони Лопес уже улегся. Player looks for room and off the line by AC Wayne. Безусловно, угроза со стороны Кардиффа, но впереди. Впереди британцы. Оспина needed to time that. And Джеко recovers and Albion. Tu Rusznego teraz szansa! Pierwsza robina. Center do 16 Mopy! Wielka szansa! Jeszcze dalsza przyjechać! Pod udar передача! Karim Rekki! Zaleń početní nevýhodě, tady budou problémy pro fotbalisty Burnley, kteří se teď málem dali kuriózní vlastní gol, ještě může hrát Ivan Tony. Поля Сака в касание. Ну вот здесь, да, опять возвращаемся к индивидуальному мастерству. Попади сейчас. Передача Политано, момент, штанга и... Фантастика! Просто фантастика! Отдает Асандр Аберги, дёрнул, мне забивает там Паттерсон. Спасает. Смуло, слих вихтих трав, ауф дэ линию, смуло, афиг. Aspetta De Silvestri, la palla la colpisce invece Burdisso. Не забивает Шопомотин. Мусиала хет-трика не будет пока. Что же они делают? Опасно! Ванберс. Чикин still trying to make something happen. And Ronaldo's effort is cleared off the line. Мюллер пропустил мяч Левандовски. Мяч на линии. Где мяч в итоге оказался? Он в руках у Баумана. Теро, la porta sguarnita, Теро! Пало! Ha cercato! Ma non forza, non забивает! Нет! Ну ладно! Невероятно! Вот, момент! Кика! 1-1! Нет, не пересек мяч линию!
Andrea, amazing save there from Martinez, and a block again to deny. Point blank. Вещание, подача в штрафную Рюдигера, едва-едва сейчас не заходит второй гол. И мяч с линии ворот выбивают. Лазовича, сотто порта, для конклюзионе. Хотя очень похоже на удар, и уже из пустых ворот. Oh, helemaal vrij Klaassen, maar de paal geraakt. Забивает еще, и где мяч, где мяч? Он вот так вот. Фьютер спасает, но не до конца. И мяч выносится. Удар, еще удар. Да. Крутой момент! Вот это да! Сейчас просто в сантиметре. Арнольд увагает, что была шанса. И там... With depth, and it's lifted off the line by Rice. Picked up in the air by Shaw. Здесь и Вернер. Нет, Вернер мог. Удар поворотом. Удар поворотом. Дальше что? Пробил поворотом защитник. Упускает мяч, Мехель, удар и спасать. Ворон, Карасли! И где мяч? А почему так провалился ворон на Ливерпуле? Где он? И удар поворотом накрывает. Домороз. Венди выбивает на соперника, но нет, гола не забивает. Вынос с линии ворот. Атака.